Что такое космос? Вокруг чего вращается планета Земля? Воспитанникам детского сада номер 21 ответы на эти вопросы известны. А еще они знают и гордятся тем, что именно их соотечественник Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года впервые полетел в космос. Я знаю, что вокруг Солнца кружится Земля, а вокруг Земли Луна. И мы живем в Солнечной системе. Я знаю все эти планеты. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Дети под руководством воспитателя внимательно изучили Солнечную систему. Некоторые подготовили тематические рисунки. Кто-то даже написал собственную книгу. Конечно, без помощи взрослых малыши не обошлись. Те, кто будут читать мою книгу, те узнают много интересных фактов о космосе. Ребята заинтересовались изучением нашей Вселенной всерьез. Кто-то для себя решил, что в будущем станет космонавтом и повторит подвиг Гагарина. Я мечтаю стать космонавтом, потому что я хочу узнать много планет. Я мечтаю стать космонавтиком, потому что там все сложно, и я люблю сложные вещи. На итоговом занятии дети разбились на группы. Одни складывали слова, связанные с понятием космоса, другие проводили научные опыты и строили ракеты. Каждый выбрал направление по желанию. Литературный центр у нас работает регулярно по тематическим нашим занятиям. Выкладывание из букв слов по теме. Они эту работу очень любят, помогают друг другу, если какие-то буквы могут не находить. Работа ручного труда была задействована, дети работали своими руками, сделали ракеты. Много приходили к мамы к нам, рассказывали про работу, ту, которую проводили дома, как они делали с детьми книги, чем они занимались. После занятия ребята отправились в художественную мастерскую, где под руководством педагога создавали космические сюжеты. В этот день малышам удалось стать ближе ко Вселенной и приоткрыть тайные завесы Солнечной системы. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».